Пол-третьего. До нас как начали тут гасить, вон одна яма. Вон крыши, посмотрите, тут завалили, там завалили, все. Трясет нас, типает. Вот это я жила. И крыша тоже, да, вся. Жила рыбочка, а дальше не знаю уже, что делать и как жить. И что, с чего начинать, на чем кончать, не знаю, не знаю, сынок. Я тут, а чоловік тут. Так він швидко вскочив і кричать: давай тікаємо, і ми тікаємо у двір. І одразу пожар почався, визвали пожарних. Ось вони, дивіться, осколки. Внуки! І от. Ось діти, малі курі. Он. Петух уже все не мог.